Эй ты, смотри, куда идешь. В этих развалинах опасно. Спокойнее. Расскажи, что тут произошло. Это полная фиаско. Это катастрофа. Финчер сказал, идите в восточный храм, принесите все, что найдете. И вот группа направилась в эти развалины. И никто не вернулся. К черту это золото. Если бы я знал, чем дело кончится, в жизни бы не вызвался сюда идти. Сколько вас тут? 6. 3 бойца и 3 искателя сокровищ. Один искатель сокровищ свалился в потайной люк вон там. Идиот. Я ему сказал, смотри под ноги. И опа, его нет. Остальные пошли вон в тот проход. Никого из них с тех пор не видел. Они должны были нам сообщить, что там такое. Так почему ты ничего не предпринимаешь? Мне было приказано караулить вход. Кем? Моим командиром, Данилом. Финчер, телохранитель Дона, велел Данилу не возвращаться, пока в восточном храме не останется ни крупинки золота. Я знал, что добром это дело не кончится. Он даже людей своих не контролирует. Ты видел, как один из искателей сокровищ провалился в люк? Ага. А я думал, они профессионалы. Он вон туда пошел. Я бы на твоем месте за ним не ходил. Ты можешь не вернуться. А что, если людям там требуется помощь? Мне велено караулить. Вот и все. Я должен выполнять приказ. Да ты просто герой. Хочешь погеройствовать? На здоровье. Я остаюсь на месте. Я могу передать Даниле, что ты хочешь уйти. Нет-нет. Если ты ему так скажешь, он решит, что я испугался. Просто скажи ему, что тут все в порядке. Сначала придется его найти. Ну и найди. Я тут подожду. Да, по крайней мере, можно быть уверенным, что ты прикрываешь мне спину. А? Что удалось найти в руинах? Почти ничего. Немного золота. Проходы ведут глубже, в гору. Кто знает, что там нас ждет. У меня совсем плохие предчувствия по поводу этого здания. Ладно. Я постараюсь выяснить, в чем дело. Будь осторожнее. Ты тут всего один. А пропала целая группа бойцов. Стой, кто идет? Держи себя в руках. Как ты собираешься драться, если так трусишь? Трушу? Ты вообще представляешь себе, что происходит? Храм рушится. Он может полностью развалиться в любой момент. Что-то огромное, что-то ужасное шевелится под землей. Где ваш командир? Данила? Я его уже давненько не видел. Он ушел вон по тому проходу, с тем безумным кладоискателем. Но они не вернулись. Если хочешь знать мое мнение, они оба давно мертвы. Я ищу Данила. Стой на месте. Дыши глубоко и сохраняй спокойствие. Да, да. Даже Гиргер не заставит меня зайти дальше в эти руины. Как продвигается работа? Рад видеть тебя. У нас проблемы. Где твои братья? Дирк возле входа в храм. Он в порядке. Но исчез Ольф. Он пошел вниз по этому проходу вместе с бойцами. Успокойся. Я найду Ольфа. Не сомневаюсь, что ты его найдешь. Но я хочу, чтобы ты нашел его живым. Что вам уже удалось тут найти? Немного золота. Ничего особенного.
единственный интересный предмет – вот этот алтарь. Похоже, что он связан с той решеткой с помощью какого-то механизма. Он сделан в технике, которая мне не знакома. Кто бы ни построил это сооружение, они явно знали, что делали. Здесь больше ничего нет. Похоже, помощь тебе не повредит. И ты мне здорово помог. Когда открыл эти чертовы ворота? Я тут был с Данилой в этих усыпальницах, когда на нас выскочили эти люди-ящеры. Я смог сбежать сюда. При этом как-то включил этот механизм, который за мной захлопнул решетку. Я столько времени провел в пещерах, что уже думал, я там и помру. Что? Ты сбежал? Я думал, ты в состоянии себя защитить. Я этим не горжусь. Но надо же как-то выживать, верно? Если б я знал, что тут кругом эти твари, я был бы осторожнее. Ты знал, что они тут? Что удалось найти? Ничего особенного. Только этот бюст. Похоже, это часть какого-то механизма. Что скажешь, если я тебя от него избавлю? Зачем бы мне на это идти? Зачем бы мне на это идти меньше, чем за 500 монет? Я не знал, что ты такой шутник. Я тебе жизнь спас. А ты на мне нажиться пытаешься? Ты слишком раздражителен. Это, наверное, от затхлого воздуха. Не хочешь подумать над своим ответом? Если бы не ты, я бы тут с ним помер.
Так что ладно, забирай его себе. Твой брат Ольф жив и здоров. Ты хороший человек. Спасибо тебе. Когда мы выберемся отсюда, я награжу тебя за все, что ты сделал. Данила мертв. Я нашел его тело в одной из пещер. О, нет! Что же нам теперь делать? Мне нужна твоя помощь. Мне нужно знать, что происходит в храме. Если ты действительно собираешься изображать героя, ступай. Я не стану тебя задерживать. Но не рассчитывай, что я пойду с тобой. Я тебя об этом и не прошу. Наоборот, оставайся тут, чтобы ничто не вошло внутрь вслед за мной. Ладно, так и сделаю. Останусь тут. Данила мертв. О нет! Кто его убил? Они уже идут сюда? Давай соберем все, что удалось найти, и сбежим. Быстрее! Ты пока что стой на своем посту. Я еще не нашел то, зачем пришел. Ладно, но быстрее давай. Что с тобой случилось? Я идиот. Я работал на стене со своей киркой. Махал ей, как проклятый. Часть стены обвалилась, я пытался увернуться и свалился сюда. Просто полный идиот. Не беспокойся, я найду выход. Что ж, если нет, то ты помрешь с голоду вместе со мной. Дельное замечание. Ты пытался выбраться? Пытался, конечно, но... Когда я подошел к тому обвалившемуся проходу, я услышал какие-то очень странные звуки. Не знаю, что там за твари, но их явно больше одной. В общем, я понадеялся, что кто-нибудь появится и поможет мне вылезти. И еще раз. Сработало. Спроси кого-нибудь еще.
Я нашел дорогу наружу. Правда? Спасибо. Теперь буду чаще смотреть под ноги. Вот, держи. Это бюст, который я тут нашел. Смотри, на основании какие-то углубления. Это, наверное, часть какого-то механизма. Может, подойдет к чему-нибудь внутри храма? А с меня, пожалуй, на сегодня хватит событий. Я выхожу. Ты идешь? И еще раз. Не очень понятно. Вот и все дела. Не очень понятно. Лучше начать сначала. Сработало.
появился? Я нашел второй выход. Ладно, ладно. Что с искателем сокровищ? Я и его нашел. Да у тебя просто талант. Надеюсь, что дождь не пойдет. Хватит уже с меня дождя. Расскажи кому-нибудь другому. Прекрати докучать мне. Мне надоело болтать языком.
Эй, что ты здесь делаешь? Ты должен был меня прикрывать. В тоннеле был какой-то шум. Я решил, что они добрались до тебя. А я следующий. Шум? Это был я. Я тут сражался. А что делал ты? Я был... Ты не можешь меня упрекать. Тут постоянно убивают людей. Будешь так паниковать, тебя обязательно убьют. А не тебя, так кого-нибудь другого. Что ты нашел в храме? Ничего особенного. Несколько золотых монет. Отдай мне их. Но они мои. Ты их не заслужил. Ладно, если ты настаиваешь. Я так понимаю, в раскопках ты не сильно продвинулся? Нет. Успел только найти этот старый бюст, а потом взял и свалился сюда, как идиот. По крайней мере, честно. Как продвигаются ваши раскопки? Иногда густо, иногда пусто. Это ж лотерея. Нашел одну вещичку, а все-таки лучше, чем ничего. Вот, тебе причитается часть этого. Там внизу был человек-ящер. Он был не слишком дружелюбен. Думаешь, что этот храм построили люди-ящеры? Тут полно идолов и тотемов с лицами ящеров. Полагаешь, в храме их полным-полно? Не знаю, как насчет тебя, но мысль о том, чтобы очутиться среди ящеров, делающих вещи, похожие на те, которыми набит этот храм, это не та мысль, которая поможет мне заснуть ночью. Как будто на этом острове мало всяких ужасов. Что еще ты тут нашел? Ну, особенно по сторонам смотреть времени не было. Я видел какой-то тоннель, эту решетку и толпы людей и ящеров. Думаю, я еще долго в пещеру не ногой. Лучше уж на поверхности. Там я хоть вижу, кто ко мне идет. Можешь собирать вещи. Я нашел то, зачем пришел. Вот первая хорошая новость с самого нашего прибытия. Займусь делом. Кто-то должен сообщить Финчеру про эту беду. Это твоя работа? Нет-нет, это все равно, что собственный смертный приговор подписывать. Он меня отправит камни в развалинах долбить. Так и что, мне твои проблемы решать? Отлично. Не видел людей-ящеров? Что? Людей-ящеров? Ты о чем вообще? Там внизу был как минимум один, и на нем было одеяние жреца. Где еще они есть? Ты думаешь, они придут сюда? Даже не сомневаюсь. А я тут, на самом переднем крае. Ты бы сходил к белым мантиям в монастырь. Если кто про такое что и знает, так это они. Ты видел когда-нибудь такой меч? Хм, странный какой. Ни разу такого материала не видел. Но клинок, безусловно, весьма неплох. Что еще можешь мне сказать о нем? Люди Дона внимательно относятся к своему оружию. От этого зависит их жизнь. Никто из них не стал бы бегать по округе с такой штукой. А у меня просто нет времени, чтобы с этим разбираться. Так что найди кого-нибудь еще. Восточный храм открыт. Превосходно. И что ты там нашел? Мелочи всякие. Думаю, ты ожидал большего. Похоже, нам постоянно не везет. Ну что ж, не будем сдаваться, а? А что насчет моих людей? Где Данила? Кое-кто из них нарвался там, внизу, на неприятности. Данила не повезло. Он погиб в восточном храме. Черт. Хороший был парень. Зачем ты мне докучаешь? Thank you.
Тебе повезло. Я нашел ваш кристальный диск. Отлично. Он был у Карлов? Ты был прав. У Карлов действительно был вожак. Ты хочешь сказать, что Гиргер существует на самом деле? Уже нет. Он мертв. И я нашел у него ваш украденный диск. В будущем я буду уделять больше внимания байкам у костра. Мы оба будем. Благодарю. Я надеюсь, этот диск поможет Инквизитору получить то, что ему нужно. Прими это в благодарность. И да сохранит священный огонь нас обоих. Ты видел когда-нибудь такой меч? Посмотрим. Это обсидиан. Я с ним пробовал работать, но никогда не думал, что из него можно сделать меч. Попытался однажды, но заготовка оказалась хрупкой и раскололась при первом взмахе. Погоди, ты видишь это? Похоже на золотые прожилки. Может, это золото придает гибкости обсидиану? Ты можешь сделать меч из обсидиана? Ну, если найдешь нужные материалы, я могу сделать заготовки, а обрабатывать их сам будешь. То есть тебе нужен обсидиан? И золото. Ты приносишь мне обсидиан и золото, а я попробую сделать из них заготовки для мечей. У меня есть обсидиан для тебя. Элдрика взяли в плен саурианцы. Какие такие саурианцы? Люди-ящеры при мечах и доспехах. Нам предстоит еще одно испытание. Это все, что тебе известно? Элдрик сказал, что когда-то эти саурианцы правили всем миром. Вот значит как. И они вернулись? Что же будет теперь? Сейчас этот мир принадлежит нам. Мы свободны от богов. И этим ящерам нас не покорить. Насчет кристальных дисков. Я нашел все 5 кристальных дисков. Отличная работа. Ты смог добиться большего, чем все остальные мои люди. Я назначаю тебя своим комендантом. Комендантом? Возьми этот доспех в знак своей новой должности. Мы это отметим должным образом позже. А пока что нужно думать о более важных вещах. Я готов. Пора открывать портал. Или люди, или титаны. Кто-то должен уступить. Человечество должно выстоять. Следуй за мной. Мы об этом позаботимся. Время пришло. Я презираю тварей. Еще одна впустую уничтоженная жизнь.
Что они такое? Это саурианцы? Это враг. И мы, наконец, знаем его лицо. И что нам теперь делать? Спуститься внутрь горы. Здесь. И сейчас. Решится судьба этого острова и всех других земель. Я готов. Хорошо. Тогда следуй за мной. Я ждал тебя. И как ты, еще подобный болезни, уничтоженная жизнь. Отвали. Ты! Вот те врата. Что такое? Нужно их открыть. Быстрее! Мы должны попасть внутрь. Как думаешь, что это? Древняя крепость. Наверняка она принадлежит ящерам, которых мы встретили у портала. Мы должны войти внутрь. И как же нам их открыть? Если врата можно закрыть... Их можно и открыть. Я отправлю разведчиков, чтобы те нашли механизм, открывающий их. Я подозреваю, их тут несколько. Так что смотри в оба, ступай и поищи на севере. Не работает.
Не работает. Я нашел рычаг. Врата все еще закрыты. Возможно, где-то есть еще один рычаг. Я уже отправил Руфуса на юг. Ступай за ним. Может, ему нужна помощь.
Вид довольно хрупкий. Я нашел второй рычаг. Отлично. Используй его и открой для нас проход. Эти колонны способны рассказать историю этого комплекса. Взгляни на них. Возможно, ты узнаешь что-то новое. Многие строили эту крепость, но лишь один правит здесь. Урсигор – повелитель титанов, повелитель саурианцев. Урсигор правит здесь, и все следуют его слову. Повелитель титанов. Итак, путь открыт. Да, но враг не реагирует. Возможно, это ловушка. Осмотри проход. Проверь, что нас там ждет. Продолжай двигаться. Я помогу. За человечество. Я презираю тварь. Прикончи их всех. Приятно видеть. Темный бог дал мне силу видеть титанов. Он дал мне силу сражаться с ними. Он дал мне силу подчинять их своей воле. Титаны служили мне, их повелителю. Они творили по моему указанию. Пустую уничтоженная жизнь. Должно быть, мы на внешних рубежах крепости. Похоже на то. Мы должны пробраться внутрь. Видишь тот подъемный мост?
Посмотрим, можно ли его использовать. Наверняка этот мост можно как-то опустить. Этот мост используется для обороны. Значит, опустить его можно изнутри. Попробуй найти слабое место в их защите. Проберись внутрь, чтобы можно было опустить мост. А мы пока обыщем это место и избавимся от мерзких ящериц.